Через 100 лет после легендарного похода Дежнева в Якутске была найдена его последняя отписка. Царю, государю и великому князю Алексею Михайловичу всея Руси бьет челом холоп твой, якутского острогу служивый человек Сенька Дежнев. Царь-государь, смилуйся, не отврати свои очи от отписки моей. Выслушай про нелегкую службишку мою и яви свою государеву милость, как тебе Бог известит. Может, домой же развернемся, а? Не-а. Ну, надоело мне здесь воды на квас перебиваться. Не могу уж я, ну. Ну, что на меня пялится-то? Пустое все это. Так ты ступай играть, ступай. Че, без тебя? Ну, друг. Из-за девки готов меня бросить. В купцы хочешь выбиться? Нужен ты там, как собаке, пятая нога. Семей, ну как же я-то? Ну, куда ж я без тебя? Ну... Семей. Фу ты, прости, Господи. Ну что это за масленица? Без снега. Ну чего в ней? Ну
чем ей хорошего? К тому же Романовска. Фу! Хотя, конечно, на купецких перинах оно незаметно будет. Замолчи, язык поганый! Смотри, Герас, косер чаю. А ты и друг мне. А за поганые слова уши бить могу. Тогда зиму жечь. Идем мы с набором, берем с собою до Сибири охочих людей, крайне сведанный, а людишек там не хватает. Мужики на казачью службу надобны, а также без баб там не мощно. Девка ли, вдова какая или женка гулящая в Сибири пожелает, никому препятствий не будет, всех возьмем. Гляди, гляди, ты ж не как Михаил Остадухи, ну как, помнишь? Ну наш пенежанин 5 лет назад в Сибирь ушел. Ты смотри, шуба-то. Шуба-то. Вот она, Сибирь-то, ты смотри, Михайло в раз в люди вышел. Десятки уже. А ты знаешь, какие оттуда обозы с пушниной шлют? Какие обозы? Один такой обозик грабануть на всю жизнь хватит. Ну на что царю столько пушнина? Ну, Михаил, ну, Остадухи, ну, шуба, ну. Здорово, служивый. Здорово, мил человек. А куда дошли? Какие землицы открыли? Да и не все уж дошли. Михаил Васильевич, здраво будь. А про край земли не слыхать? Про какой? Ну, ходят слухи, будто должна земля к краю выйти. Я тебе скажи, а ты, может, турка переодетая? А еще какой-нибудь сыр голландский. Это секрет. Государственный. Российский. Да бог с тобой, русский я. Нет, ты не видишь. Просто любопытно знать, что там в конце. Так не дошли. Пойдем с нами. Вот и узнашь. Да не могу я с вами. Что там? Дело у меня здесь. Михаил Васильевич, это я. Геласька Анкудинов. Земляк твой, Стынеги. Не узнаешь. Будь здрав, Михаил Васильевич! С дороги, смерть! Пошли, Михаил Васильевич! А за той рекой иной народец сибирский живет. Что за народец? Самоед называется. Ух ты! Так у них ты наверху. И где? На темени. Ух ты! Они говорят. А кони захотят жрать, ну? Так кладут под шапки каменья. Каменья. И как начнут ясть. Каменья, дядь. Без сметаны. Без всего. Ух ты! А кто это? Ну кто? Яков, возьми. Передать велено. Сказала-то что? Сказала? Сам должен знать, что теперь ему делать. Эй! Сапожки понесли! Сейчас начнется! А ты че? Че? Тоже лезешь? Чего девушка на тебя велела? Жизнь петля. Семейка, я тоже лезу, а? Я за тебя полезу. Но ядрёна корень. Купецкая жизнь. Thank you.
Обычай такой, Михаил Васильевич. Кто достанет, может свататься кому угодно. Не должно быть отказа. Она как у вас, а? Вернее, если девка тебе накажет, и ты достанешь сапожки. Вот тогда. Чего, мужики? Не с разбоем же я пришел. По добру, по закону. Мужики, вы меня не того, не дразните. А то осерчаю. Ты че, мужик? Ой, свет, свет. Слышь, родимый, ну ты чего, ну? Слышь? Отлежиться. Смилуйся, хозяин. Дозволь сапожки Авдотьице примерить. Семейка я. Семен Иванов Дежнев, вольный посадский. По закону все. Сама Авдотьица этого пожелала. По сердцу она мне пришлась. По душе. Я кузнечное дело знаю. Кожу мять могу. Соль варить. В сиротстве вырос, так что никакой работы не чураюсь. А уж под парусом, без похвальбы скажу, нет мне ровни. У любого помора на Студеном море спросите, исходил я его. Многое видел. Но доброту ценю выше золота. На руках Авдотьицу носить буду. Не готова я! Не готова! Будут! Замолчите, матушка. Я и грамоте обучен. Грамотный. Тот, я смотрю, умный какой. Сколько девок в округе, а ему вышли. Хромоножка приглянулась. Батюшка, зачем вы так? Люба мне, он добрый. Тебя не виню, милая. Хромота все проклятая. В девках боюсь остаться. Да нет. Не подумайте, что на добро ваше зарюсь. Ничего мне вашего не нужно. Нет мне милее Авдотьицы. Ничего не надо. Другие сперва в люди выбьются, потом сватов шлют. Только ты ведь у нас не таков. Умный. За глотку берешь. Да будь они прокляты, эти дурацкие законы и обычаи. Откуда ты только взялся? С Пинеги. Из поморов. Когда вы на Рождество с Садухиным приезжали, там я Авдотьицу и увидел. Там мы с ней и полюбились. Оттуда сюда приперся. Папка!